так устроили? Вывеска такая, подуставшая. Ты помнишь, как она читается правильно? Эстерелла де Мар. Мустерелла де Мар. Эстерелла. Эстерелла де Мар. А вот помощь. Доезжать до отсюда очень. Да нет, что-то мне кажется, здесь немножко страшно. Доезжать через трущобы, маленькие домики разрушенные. Полно парковок на машине, движуха местных индусов. Тусуются, походу они здесь отдыхают. Ну, вот. Ну. Походу писают для местного населения. Для местных, короче, походу. Для своих. Вот такие вот домики. Эстерелла де Мар. Он делится как бы на два типа. Первый, как мы с ресепшн зашли, домики. Потом почему-то идет забор. С этого забора выходишь. Там такая маленькая улочка, маленькая совсем. На три мотоцикла. Потом следующий забор и опять. Ну, то же самое, такие вот домики. Мы еще в номера не заходили. Сейчас просто девчонки попросили снять пляж Баг. Сейчас посмотрим, что за пляж. Что? Да, с нашим мировоззрением. А нам более, он с какой стороны? Смотрите, сколько... Это рыболовецкие, да? Не, это прогулочные. А, прогулочные. А большие танкера, это они золото копают. Ух ты. Слева Калангут, справа Бага Бич. Бага. Мусорочек такой. Ну, черт, не снимешь. Тын-тын. Ну понятно, они все здесь что-то строятся, мроют. Итак, видео. Это что, экодомик? Фу, лаком пахнет, жесть. Это что, белюкс? Не знаю даже. Надина, вниз на камеру. Я душ приму, сейчас подождите. Кондиционеры.